Всем хай, с вами Вигеймер. И сегодня я хочу вас спросить, про какие вообще игры мне чаще снимать? Ну, чтобы вам было интереснее смотреть. Свои предложения, пожалуйста, напишите в комментариях. Будет очень приятно. Кстати, ссылку на эту игру я оставлю в описании. Ну, просто я хочу спросить у вас, какие игры вам нравятся лично. И если найдется игра, которая нравится большинству людей, то буду про нее снимать. Но уж точно не про Майнкрафт, блин, меня от него тошнит просто. Так что поэтому выражайте свои разумные цели и... Ну, цели в играх. Так-с. Ну, это тоже очень хорошая игра. Разумный такой клон Counter-Strike 1.6. Единственный нормальный клон, потому что все время, когда я искал, я нормальный клон, попадался какой-то сказочный что-то. Блин. Замочили. Хотя бы звук врублю, то нифига не слышно. Это ж прикольная игра, можно и по сети играть, только нужен хороший интернет. Желательно, чтобы связь была такая хорошая. Очень много оружий в этой игре. Больше, чем в Counter-Strike 1.6, да и вообще в Counter-Strike. Оп. Сейчас попробуем рифтануть их. О, похоже, получилось. Это я, что ли, их всех? Или мне кто-то помог? У них что, нормальных пистолетов нету? Хотя бы этот возьму. Хотя нет, это тот же самый. Хоть у кого-то нормальный пистолет. Двухстволка тоже прикольная. Только патронов маловато. Поэтому я ее не очень люблю. Когда я снимал про Undertale, было очень много просмотров, но я боялся, что некоторые не смогут сами почувствовать эту игру. Ну, то есть, из-за спойлеров всяких там. Ну, то есть, из-за того, что я снимаю, им захочется или смотреть... Выбирать между двумя вещами. Или смотреть на моем канале. Или все-таки самому проходить. Потому что эта игра сейчас я... В самом первом видео я выложил... Извините. В самом первом видео я выложил ссылку на скачивание Undertale. Ну, там ничего трудного нету. Скачать Undertale, там установить и все. Да и просто... А, и еще. Обязательно нужно было джойстик скачать, который вы найдете в Play Market. Да. Не тот, который я тогда выложил в описании. А другой. А то есть вы должны... Ну, я повторяю. Вы должны... Написать в Google Play Market геймпад, и там выйдет приложение такое, ну, с таким не дурным дизайном. Ну, с голубым фоном, что ли, вот такой геймпад. Там должен выйти, и его скачивать. Он первый, похоже, по счету идет, не считая рекламы. Его скачивайте и... Вот это очень хороший геймпад, который специально для Undertale сделан. Так что скачивайте, ребята, если хотите поиграть в Undertale. А если вы хотите, чтобы я дальше снимал про Undertale, я начну заново Undertale проходить. И когда дойду до того места, начну снимать. Или если хотите, начну про разные другие игры снимать. Или, например, про обзор этой, полный обзор.
охотно, ребята. Всем удачи, всем пока. С вами был Вигеймер. Так, вырублю.